В Чедрлунском районе сдан очередной центр здоровья. В селе Киритлунга построили новое современное здание. Строительство объекта началось еще летом прошлого года. Основные работы были завершены до зимнего периода. Новая мебель и медицинское оборудование уже обеспечено районным центром семейных врачей. Мы на 40 тысяч купили вся новая мебель, купили оборудование. И все, что нужно, жалюзи сделали, сетки заказали, короче, для благоустройства. Частичка труда в этом здании есть каждого из вас, каждого жителя села Киритлунги. Вы платили налоги, вы работали, каждый из вас свою крупицу труда вложил сюда. Вот так общими усилиями можно делать, не жаловаться на плохую жизнь. Такое здание не каждый год строят. И этот еще один проект Министерства здравоохранения, который уже можно считать 36-й по счету. Новый центр здоровья в Киритлунге – это третье по счету учреждение здравоохранения в районе, финансируемое Мировым банком. Здесь будет проводиться прием семейных врачей, функционировать физиотерапевтический кабинет, лаборатория и дневной стационар. За 30 лет работы я ждала этого ключа. Да, мы работали в таких условиях. Было холодно, не было угля, мерзли, но работали. Это коллектив знает. Большая благодарность району Башкану, Валентину Ильиничну, министерству. Я не имею слов благодарности. Бесконечно рада. Уважаемые гости, жители села Киритлунга, работники здравоохранения, добро пожаловать в наш новый центр здоровья. Общая стоимость проекта около 1 миллиона 800 тысяч лей. Гагаузия намерена обеспечить все населенные пункты современными учреждениями первичной медицины. В этом году будет открыт еще один центр здоровья в Гагаузии в селе Чешмекёй и направлены 1 миллион 200 тысяч на строительство центра здоровья в селе Джалтай.